Саламатсыздар ма, Казахстан, дорогие казахстанцы. Я Анара Ситкалина, гражданка Казахстана. Присоединяюсь к челленджу Куаныша Молдалиева. Требую отставки Назарбаева, Токаева, Дариги, Масимова и всех прихлебателей. Во главе председателя Совета Безопасности Назарбаева. За 30 лет они ничего не сделали для страны. Не оправдали наши надежды. Я требую, чтобы в связи с коронавирусом, вот этим чрезвычайной ситуацией, которая сейчас в Казахстане происходит, чтобы они выдали каждому гражданину Казахстана по 50 тысяч тенге. Хотя я считаю, что это очень мало, но хотя бы по 50 тысяч тенге. И требую, чтобы медицинское обслуживание было бесплатно. И требую, чтобы вот которые сейчас закон ввели, вот это медицинское, все вот это, чтобы пересмотрели. Алга Казахстан, алга Куше партия.